Мы сегодня все пришли в таком настроении, зажигали, танцевали, радовались, поздравляли, говорили теплые слова, плакали. А, кстати, это одно из пожеланий Игоря и Даши. Они хотели, чтобы свадьба была трогательной. И так вот и были такие моменты. Спасибо вам, друзья. Такого удивительного торжества не было без нашего ведущего Виктора. Как он уже сказал, как я на него вышел. Это была первая позиция. Вот только мы с Дашей вот предложение сделали, все. Там пару дней раздумий. Первое сообщение. Виктор, готов ли ты пойти в мою команду? Виктор, конечно, все. Я с тобой. Это была первая позиция. Было очень весело, было очень интересно. Опять же, повторюсь, был на нескольких свадьбах, где вел Виктор. И вот что мне понравилось, помимо того, что душевно теплая атмосфера, интерактивы не повторяются. Это, на самом деле, вот вы думаете, я что-то там знаю, да, там какие-то конкурсы, да нифига подобного. Я только знал, что в сундуке, и знал свои ответы в 100 к 1. Это все, что я знал. Поэтому уникально, очень интересно ведет. Виктор, спасибо, ты сделал этот день. Спасибо.